Всем привет, уважаемые зрители и подписчики моих четырех каналов, а именно Рутуб, Ютуб, Дзен и Нум, площадка от МТС. Небольшая информация для тех, кто любит смотреть мои ролики. Допустим, сейчас у меня на канале вышел вот такой вот ролик про прохождение брата Outlast. Некоторые видео YouTube не пропускает. Поэтому все видео загружаются на мой Дзен канал. Здесь нет никакой там цензуры, никаких проблем с выкладыванием. Переходите на Дзен и смотрите, собственно, на нем. И также буду очень-очень сильно благодарен, если вы авторизуетесь на Дзене. Там довольно-таки просто это сделать, либо ВКонтакте, либо аккаунт Яндекса. Так вы поддержите мой канал втройне, в четверне, намного больше. Поэтому обязательно логиньтесь, заходите в аккаунт на Дзене и смотрите мои ролики. Перед началом ролика хотел бы вам рассказать о том, что в моей замечательной группе ВКонтакте, как всегда, проходит замечательный конкурс. На этот раз разыгрываем скинчик. В предыдущий раз разыгрывали 3 ключа, 3 места, 3 победителя у нас было. В этот раз победитель один, но такой вот красивенький МАК-10, с которым я сам бы с кайфом погонял, но ни разу, к сожалению, у меня такого не было. Ну, относительно новенький, скажем так. Условия довольно-таки простые, народу участвует очень-очень мало, поэтому шансы у вас выиграть очень-очень большие. Для тех, кто играет CS2, не играет, в любом случае, также это и деньги, как-никак. Все бесплатно, все четко, красиво. Ссылка на мою группу ВКонтакте находится в описании под этим роликом. Если интересно, залетайте, участвуйте. Если боитесь ссылок, вот, пожалуйста, можете сами найти мою группу ВКонтакте. Всем приятного просмотра и желаю удачи. Лучший дешевый буст CSGO, конкурсы на скины CSGO и раздача ключей на игры, стримы по CSGO и различным другим играм. Если тебе это все интересно, залетай на мой YouTube канал или же на мой Twitch канал. В этом видеоролике я хочу сделать обзорчик на вот такую вот колу от бренд Fresh Waves, свежие волны, если переводить с английского языка, Lemonade, лимонад, ну и собственно напиток кола. Купил в красном и белом, как я понял, нифига не новинка, почему-то у нас она на полках, либо я не замечал, я особо красно-белый-то не хожу. Либо она реально недавно только появилась на полках. Либо я начал замечать вот сейчас только именно. Зашел в магазин, заметил. Собственно, до этого не замечал или не было. Собственно, купил данную колу в магазине «Красное и белое». 34 рубля стоит. Объем 33 литра. 34 или 30 рублей, что ли, такой диапазон цены. Чей бренд, откуда, непонятно, делают у нас, в России. Объединенные пензенские воды. А, водочные заводы. Объединенные пензенские водочные заводы. Улица, судя по всему, Московская Максима Горького. Город Пенза. Кофеин не более 150 миллиграммов на литр. В принципе, обычный показатель для колы. Видел какие-то гневные комментарии, якобы дерьмовая кола, фигня. Сейчас, в принципе, попробуем, затестим. Напиток безалкогольный, сильно газированный. Напиток холодный. Хранился у меня в холодильнике. По дизайну красиво выглядит все. Давайте, в принципе, пробовать. Чё-то тянуть-то есть же. Так, сейчас я эту крышечку снесу, мне не нравится. Так, да вроде как обычная кола. По вкусу немного напоминает ваниш.
ну, которым там химия, которым полы моют, стекла. Напитку я бы дал газированную среднюю. Сильно газированная очень много по-другому выглядит. Вот в оригинальную колу, сколько я пил с разных стран, я знаю, что такое сильная газированность. И здесь средняя. Нихера себе пены. Чисто, смотрите, пена. Но цвет вроде обычный. Кола, кола. Блин, со стаканчика приятно пить прям. Пенится довольно-таки жестко, кола. Прям пены до хера. Что на банке вот тут остается. Что в стакане до сих пор пена у меня. Все, колу я допил, чтобы вы понимали. Пена до сих пор осталась. What the fuck? Ладно, странно. Назову ролик «Много пены», если не забуду. Я еще чуть... Рецепторы у меня болеют, скажем так. Ну, я сам чуточку болею, еще до конца не выздоровел. Поэтому рецепторы могут ошибаться. О, нифига себе, в колу превратилось. Все, пены нет. Поэтому по вкусу может чуть ошибочка быть, поэтому имейте в виду. Чуть подзабиты у меня нос, рецепторы. А так кола, в принципе, как кола обычная. Сладенькая, прикольненькая, вкусненькая. Кола как кола. Оценочка 5 из 5. 34 рубля за такую банку. 33 объем. В наше время с нашими ценами, я считаю, нормально. Соотношение цена-качество, да, как говорится. Правильно же сказал? Все четко. Оценочка 5 из 5. На этом все. Всем большое спасибо за просмотр. Вот удобно. Захотел попить колы, купил банки две. Все. Удобно. На этом все. Еще раз повторяюсь. Всем большое спасибо за просмотр. Всем пока. I have a dream, that's all I need. I'll make it happen with some work and belief. Know what I want, so I'll take it on. I've made mistakes, but mistakes make you strong. Let's break it down for a minute. I want the crown, I'm gon' get it. You hear me loud, man, I'm winning. Yeah, Charlie Sheen will be grinning. These ladies know that I'm sinning.